Всем привет, с вами Тим Бролайкер, и сегодня мы играем в Дортс Роблокс. Не на отдельном сервере. Это витамины. Скорее всего, понадобятся отмычки. Так. Еще, скорее всего, нам... Вот, все. Ждем, пока все загрузится. Все, теперь, по сути, у Джеффа... Где-то после 50-й комнаты должен лежать крецификс. Пока что мы будем просто открывать ящички. Просто открывать ящички. О, батарейка. Вот так повезло с самого начала. Монетосы, монетосы, монетосы. Да. Хорошо, что разработчики сделали магазинчик Джеффа. Теперь у этих монеток хотя бы какая-то нормальная система. А то тогда это были просто бесполезные монеты. Опа. О! Свеча. Видимо, кто-то слишком любит свечки в этом отеле. Так. Да. На жаль, никакого полезного лута нема. Пока что раша нету. И это хорошо. Ня-ня-ря-ня-ря-ня-ря-ня-ня-ря. Меня не проведешь. Я знаю то, что тут всегда есть ящичек. Короче, идем, просто идем. Пока что просто идем. Так. 10-я комната. Опа, намечается новый предметик. Намечается. И что же это? Витаминка. Ладно, в последнюю очередь заберу. Когда заюзаю одну. Оп, оп, оп. Опа, а тут уже надо так-то подзадержаться. Кстати, да, в таких комнатах с маленьким шансом может на стене лежать крецификс. Так же, как и свечка. Ну, короче, вы поняли. Так. Уже 13-я комната, а Раша почему-то нема. О, вот, пошутил, пошутил. Раш есть. Раш есть. Давай, прилетай. Да, жаль то, что... Теперь слишком уж темная комната. Ага. 16-я комната. Как обычно, самая быстрая комната для прохождения. Вот так, вот так. И вот так. Все, забираем мани и можем идти. 17-я комната. Опа, батарейка. Пригодится. Опа, ящичек. Пригодится. 18-я комната. Меня опять не проведешь. А, то есть вы отмычки у меня опять выпрашиваете. Ну ладно. Теперь уж точно по мере прохождения должно хватить на крецификс. Так, что тут у нас? Так, ну лутаем. Вот, вот такой вот ящичек, в котором был ключик. Далее. Кстати, да, интересный факт о кроватях. В эту кровать может влезть 3 человека с каждой стороны. Это и это. Вот так. Так что спрятаться от Раша будет полегче. 21-я комната. Забираем мани. Мани на кармане. Тут мани нема. Ага. Понятно. Опа. А, нет, мани нету. Опа, раша, раша, раш. Раша, раша, раши. Раша, раши. Раша, раши. Раша, 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 раши. Ага, тут нету, тут нету. Да. 27-я дверь. Скоро будет сик. Спускаемся в подвал. Так. Я не поняла, где рычаг?
Ну, я знаю то, что подвал обновили. Теперь это как отдельная локация больше, чем библиотека. Но, блин, а где рычаг? Нашел. Да. Наверное, самое то место там, где есть вентиляции. Это подвал. 20. А, здорово. Здорово. Погодите, дайте я ящики вот этот немного обыщу. Не зря. Все-таки немного мани, это много мани. Да, сек будет, сек теперь будет меня ненавидеть после этого. Ну, из-за того, что я ему, получается, в глаз посветил фонариком. Напон. О, все, сек. Который меня, как обычно, не доходит. Эх, вообще-то легкий персонаж на самом-то деле. Правда, анимацию вот эту немного подфиксили для того, чтобы так называемо казалось, что он быстрый. Я ж, ну, как бы играешь, тоже как бы вот этот как бы непростой. Так что Секу будет его догнать сегодня. Посередине. И пробегаем. Искаженный коридор. Все. Пока! Чао! You're too slow. Сек. Так, 40-я дверь. Что-то дюпа нету. Или его пофиксили, то, что он теперь редкий. 42. А-а-а! Боже мой, напугал впервые. Да, вот этот вот признак какой-то меня очень сильно пугает. Вроде бы никто не едет. А, это просто, значит, лампочки лопаются. Просто так. Фул заряда. Ну ладно. 47. Майя. Через эту щелку можно увидеть Раша. Прикол. Блин. Ну, так себе удалось. Ну, хотя Прашу увидели. Да. Ну, с вами был Тимберлайкер. Всем пока-пока!